привет! С вами канал Sailing Tourism. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме. А в этой серии вы увидите, чем все-таки закончилась наша история с нашим холодильником. Ой, что там было, лучше смотрите. Мы купили компрессор, еще гильков, еще кое-что. В общем, будем сейчас устанавливать. Прошло, наверное, уже месяц с тех пор, как мы установили себе холодильник. В общем, сейчас мы купили новый компрессор здесь, в Island Water World. И сегодня придет тот же холодильщик, будет устанавливать нам наш горшок, который мы купили. Надеюсь, что будет нормально все работать. И амперов у нас будет, ампер будет, ну, максимум 5 потреблять, а не 12, как сейчас. Поэтому, в общем, такая долгая история у нас с холодильником получилась, но надеюсь, что все сделают сегодня. И стоп, switch. Сейчас нам точно сделаю, да? Точно сделаю. Я вот прям вот уверена, что вот сейчас вот точно нам поставят холодильник, и все будет работать, потому что уже сил нет больше еще раз вызывать его и еще что-то менять. Я думаю, что сейчас это будет последний раз, когда нам установят идеальный холодильник на 10 лет, как обещают, не на 2 дня, как было в последний раз, а на 10 лет. Ты же говорил, ты что, ты еще не вышел, да? Ну да, он же просто услышал, как он шипит. Все, хуя. Считаю, что сейчас вот спустя такое длительное, конечно, время все нас меняют, и все у нас будет хорошо. Уже, наверное, где-то месяц мы живем, можно сказать, без холодильника. Вот, ну я думаю, что сейчас, сейчас делают, уже ну, с третьего раза должен получиться. И каучу, да? This ceiling block no have? No. No, no by wave? No, okay. No, okay, this. У нас теперь два компрессора. Три. Да, у нас теперь три компрессора. Раньше только один, но сейчас три. Ни один не работает. Толкий вопрос. Yes. It's possible to little bit. Yes, 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 yes. Exactly. Ah yes, me after for the fan. Okay. Бахнуло, да? А это прикольно, что ли, палочка, да? Ну, да. Красиво, красиво, красиво.
Oh no. Oh. Сказал, что новый фильтр, потому что меняет тип газа. Включил вакуум, вакуумный насос для того, чтобы проверить, спаял ли он все трубки для того, чтобы загнать туда газ. И потом, когда он заполнит туда фреон, чтобы он не выходил. Но я слышу, что что-то сифонит, скорее всего, что-то не допаял. Он сказал, что вытаскивает остатки газа. Всей системы. Наша коробочка пригодилась. Нам сейчас заправляют газ и, в принципе, будут просто перекручивать все обратно, так что мы практически закончили. Говорит, что все всегда работает, сегодня ничего не работает, сегодня пожар был, газ не работает, трубки не работают. Вообще, мы когда первый раз заказали мастера, нам объявили 1800. Вот это вот вся возня с холодильником так дорого здесь стоит. А вон там что-то пузырится. Вот на том, в котором желтый подключен. Или желтый не может пузыриться, он был родной. Вот там вход, да, как раз. Вот здесь. Покажи, если желтый. Вот который к желтой трубка подсоединена сверху. Нет, левее ко мне. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Да. Вот здесь. Yes, yes, this. Ну? Бегали. Ага. Ну что там? Работал. А сколько там градусов? 21. 21? Там остат из working. А, там остат из working. Сосион. 21 градус, может, он поэтому не включается? Холодильник подключили, всю электронику подсоединили. Сейчас будем проверять амперы. Но сейчас у нас солнечные панели работают. Холодильник работает, и сейчас у нас плюс почти 4 ампера, вот уже 4, даже больше. И нам нужно отключить солнечные панели и проверить, сколько ест холодильник, какое у нас стоит потребление. Больше у нас ничего не подключено, только холодильник. Выключаем попозже. Да? Попозже, да, наверное? Чего? Сейчас он скажет, когда проверять. Да мы без него все сделаем. А если мы сейчас выключим 12 ампер? Ну, вызовем. Four, five, four, six. Oh, it's better. No, that's sure. 15 too much, yes. No, sure. My name is very big compressor for big fridge. Yes. Like for all. Yes, 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 yes. Very sorry for any error for that. No, we're going to shoot through the cipher. Moins. Plus? Plus, yes. And moins. 7. А, плюс 7? Ну, no, моя. Если плюс, ну, минус. Моя. Я не понимаю, что он плюс, говорит. Плюс, плюс.
все отключилось. Он отключил. А? Отключил. Достань. 20 секунд. Работает, смотрите, 2 градуса в холодильнике. Очень холодно, можно лед делать. Лед уже образуется, поэтому будем сейчас делать будем сейчас лед. Вот у нас стоит 0 градусов, сейчас у нас 2, он работает, охлаждается. Датчик от термостата у нас лежит под морозилкой, поэтому в морозилке у нас ох, как холодно. И сейчас как раз солнце село, посмотрим, сколько он у нас потребляет. Ох, сколько же у нас он потребляет? Потребляет он у нас минус 5 ампер, но это у нас еще свет включен. Но где-то примерно 4 ампера сейчас у нас уходит на холодильник. Вообще хорошая работа. Холодильник работает с третьей попытки, правда, но все замечательно нам сделали. Ампер сколько нужно, мороза сколько нужно. В общем, мы довольны, счастливы, и теперь у нас есть холодильник. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме, еще где-нибудь подписывайтесь.